Бля, феникс был бы нормальный под темпларочку. А, тоже да. Я дал Рубену, решайте. Я одно дам, с Руби еще одно дам. Хорошо. Можешь у него еще и вард попросить, если тебе нужен будет. 30 секунд to battle. Да не, я поставлю, чтобы у нас вот это. Видно было руну. Бля, братан, а мы в прошлый с тобой же играли, да? Со мной? Вроде. Да не, я только сел. Сори. А вчера ты ведь играл, да? Не-не, я в последнее время вообще времени нет играть. Не, братан, я понимаю, ты без башни не очень. Бля, я бегу. Давай. Алло, шейку. Ну, ладно, иди на мидл. У тебя уж там крипы. Подходи сюда, подходи, его попробуй поднять. Нихуя. ЦК там не очень сейчас будет стоять. Бля, ну что ты не подошел к нам? У нас что-то такое милишник. Я буду, короче, конченным саппортом вот таким, знаете, который, бля, не фармит, ничего не делает. Шкар, я думал, ты к нам придешь, не? О, не веди сюда крипочек. Вообще можно было виномансера в мидл взять. Норм тема была бы. Бля, они нас так достанут. А как в шар засовывать? Алло, знаете? Я даже не знаю, отводы делать тебе, слушай. Либо, чуваки, знаете, как в шар своего засунуть, я не знаю. Просто правой кнопкой тыкаешь и все, готово. Я после обновления прошлого еще даже на нем не играл. Атака! Беги. Я тебя подхилю, стой. Стой, куда ты? Я сейчас меху соберу, нам реально все за бред. Кто на мехе, кстати? Got it.
Я тебе за регеном пошел, короче. Стой там, где ты. Sounds like a good idea. I'm under attack! I say. You are going nowhere! Your bottom tower is under attack. Gosh, you... Your bottom tower is under attack. Gosh, you got it. Я тебя отрегенить, иди сюда, иди. Знаешь, как надо, чтобы ты сначала подтаскивал, потом я и вообще нормально. Найс верка. Нахуй шайку. Да, блять, возьми руну, приди в топ, все будет заебись. Заберем этого эсэфа. Ребят, ЦК, ЦК, осторожно. Сверху иду, видел, да? Sounds like a good idea. Good prep. Там вар, походу. This should be fun. Бля, ЦК, ты что творишь? Алло! Да, ребят, нас там так унижают. ВР-ка умерла, блядь, ты чё, ебанутый чувак? Ты гонишь? Ты реген, блядь, не мог завязать? Детцы долбоёб. Ребят, вот нас, нам надо как-то поменяться. Одного на низ надо, чтобы убивать. Это жесть там, блядь. Лейт умирает. Сейчас я вас поставлю себе. Чего вы харду доставили? Хотя бы одного на харде. А что мы сделаем? Мы там ничем не поможем. Так а там никого нет, кому там помогать? Ну, омник был.
Не, ребят, давайте у нас лейт, пускай фармит. Пара, не отнимай у него опыт. Он, блядь, явно его слабее будет в конце. Хуйню не страдайте там. Это дасты нужны. Че, дастов нету, блин, кому там? Да ну нахер. Да не смогу я поднять. Бля, мне нормально, нарканы как раз. Сори, телефон. Дерись, дерись. Дай мне одного крипта, хотя ладно, убирать. Your top tower has fallen. Yes. ФК без медаса вообще не ищем будет всю игру. Your top tower is under attack. Yes. Dire structures are fortified. Your top tower is under attack. Да не убегай, закупись так, все равно убежишь. Бля, СК, уйди в стоп просто пешком. Просто 0-3 это уже хуйня. Я на базу, короче, гном. Бара, вали нахер отсюда, а? Это фото. Давай на СП, давай на СП. Ну кто ты там, голубой? Не, бля, забейте. Нам их нечем останавливать. ВРК, блядь, 15 минут бегала с лизами, одними бегает. Да потому что ВРК на нит это говно, а не фиг, блин. Вот что. Нет, просто чувак не умеет кнопотоп, блядь, по кнопкам. А что он там делает, блядь? Ну нафармит он арты. Что нам будет? Он лейт, что ли, будет сейчас? Кого тут убьет ВРК? Он всех убивает. Меня возьми меня, что ты меня не берешь? Алло, бля, что за хуйня? Давай залей тонер.
просто, блядь, чувак похилился в драке 3 раза, его никто не бил. Шкар, ты сразу не улетай, забирай меня тоже, если нет. Я тестил, я первый раз засунул этого чувака. Тебе не поверил просто. Ну ты вот сейчас вот шар делай, видишь, как ты берешь. Вот делай шар. А я понял, Алё. Сейчас ману дам. Да я понял, не надо. Понял, да, как делать? Дай ману дам, иди сюда. Да я реген возьму. Ману дам. Алло! Не 5 здесь. Если SF лотаря, походу. Ребят, купите мне вар за 75 кто-нибудь. Есть деньги? Спасибо. А, кур, заберите, все. Бля, меня нету, ёпта. Ебать. Мы даже замахнуться не успели. Мы только замахнулись. Лучше тебе, блядь, Феникса, ребят. Да у тебя сейчас убьют. Вот и все. Ульта Феникса, блядь. Подписывайся, слушай. Нет, это вот так, я не кто. Да, согласен. Мне кажется, ВРК тоже кэрри славу будет в конце. Да ладно, блядь, я играл в ВРК и, блядь, саппортом на 20 минут у меня нихуя не было. Я купил один медас на 40-й, я выиграл игру. Когда у моей команды... Я не думаю, что ты паладин убьешь, слонайка из ВРК, это вообще нереально. А там инфу финис, что ты будешь убить? Ну как ты ее убьешь? Тут вот на миде офигенно бы инвокер вошел. Вообще прям. Виномансер офигенно бы вошел. Тоже нормально. Убивай, да, в тюрьму? Да все сбивать, даже отпушивать. Лучше б я феникс собрал, которого я и хотел. Мы можем СФ убивать, пока он такой тощий? Да давайте, что мне, только надо 4, нормально. Он СФ идет, ребят, СФ, они что-то... Опа, в инвизе. Бля, пацаны, я его загнал в хуйню какую-то, нужен, вот он, момент истины. Ты сейчас умрёшь. Уходим. Этот хил скрил. Ну отходите. Да блять, чека это вообще забей. Не герой. Он вначале ничего, блин, не делает. Блин, меня в прошлой игре вот унизил именно ЦК. Фига же герокоптеру, блять, он и дерется и все делает.
Я отпушу лайн. Куда ты, куда ты? Ready for another round. Я на Б, пацаны, тут ничего нет. Я не знаю, как там феникс убивать. Вот заход с маках попробуем, нет? Ребят, я к вам сейчас на низ приду, гол заход с мака. Да, нам некуда идти. Лес, лес, низ, ну нет. Там 5. Давайте перед тауэром встретимся вот здесь. Блин, ребят, слышишь? Да ты видишь их 4 в меду, куда мы, блядь, пойдем? Алло. Да сейчас отойдет кто-нибудь, сейчас кто-нибудь отойдет и его выцепит. Они все прибегут, ты понимаешь, что они нас отпиздят сейчас? Нам варик только стоять, да, на ХГ и убивать их. Ну давайте, ладно. Либо ВРки сплит пушить, которая это хуй забила. Они понимают то, что мы все не задефаем. Мы просто сейчас могла снести тавр. Либо их стянуть на пару ТП-шек. Она просто взяла, пришла пешком и давай дальше крипов бить. Да это, блядь, это такие люди, мидеры херовые. Гол с мака, вот все на ютубе. Ну все, один попался. Бару надо тебя спасать. Бара, давай, я за тебя. Давайте мне 11 нужен. У меня места нету в лофте поставить варды. А если бы я знал, что у нас кэрри есть, который фармит, был бы все зашибись. У нас такого нету. Вот все, две ТП-шки. Две сигалда. Мы бы хоть не одновременно кидали скиллы-то. Валите там нахер оттуда. К вам иду. Снизу. И ТП сразу. Бум. Конечно. Блять, да забейте, такую хуйню делать. Вы скиллы, блять, одновременно кинули. У одного стан, блять, на 3 секунды. Он его потом к себе стягивает. Ты в него уйдешь. Пиздец, дамаг. Чё творят, а? Яйцо, ждем. Уйди, сука. Да уйди, ВРК, блядь. Да. Я куплю аганим, блядь, ничего не сделаю, умру как тварь. Без байбека останусь. Найс, играем, блядь. Ульта есть, пала. Го. А, так унижают вообще по черному. Потому что СК, блин,
Да потому что СК взял, вот он один стоял, он, ну, со мной. Но его там гнобили по черному. Нам нужен был еще один саппорт. Ты же двое было. Какой саппорт, блядь? Он берет милишника против Некрофоса, блядь. Они его, понятно, дело с руки забьют. Не, вот просто вам не надо было вдвоем, блядь, на топе стоять, а вот ко мне одного. Мы должны были убивать СФа, которого мы один раз убили. Убивали? Мы даже, блядь, от КГ откидаться не можем, у нас никаких скиллов нету. Есть просто бежим в них, умираем, все. Такие скиллы. Ага, да, деритесь, иди, деритесь. Наиграем, блядь. От своего ХГ ничего не могли сделать, блядь. Сейчас на чужое зайдем, убьем всех, конечно. Шейкл нахуй надо, да? Даун, блядь. Пиздец, я хуею с тебя, мидер. Не, я чё? Бы не сказал, что это вижу. Да, отошел назад под хуйней, развернулся, потом ультанул. Логика охуенная. Мне кажется, лишь рак бы здесь вошел лучше. Да ничего бы здесь не вошло. Когда твой керри милишник, блядь, и умирает, как сука, тут ничего не входит. Даже яйцо разбить нечем. Не знаю, вот я честно говорю, когда в Эрку на мид тыкнули, я сразу понял, что это будет игра вот такая, конченная. Какой из нее мидер, блядь? Это хардлайнер, блядь, я не знаю, саппорт, ну точно не мидер. Чтоб в миду стоять в Эркой, нужно много айтемов выносить. Ну либо кнопки правильно нажимать. Нет, если бы он первым артом собрал там меху или форсу полезную для тимбу, блядь, тогда да, он собрал просто сечу, блядь, огоним. Да он его 5 минут, ой, 2 минуты назад собрал только. Бро стоит на миду и умирает, блядь. Бля, вот так больно бьют руки. У меня лана как-то на удар убьет, по-моему, Your middle tower has fallen. Your middle tower is under attack. Nice shot.
Найт, блять, убиваю сигилом. Хуйня. Radiant structures are fortified. Your top tower is under attack. Капля пяти копеечный. На! Не дали нам заебашить в этой игре, братья.